Всем большой привет! Я рада видеть вас на своем канале. Сегодня мы с вами откроем большущую коробку с заказом Avon по третьему каталогу 2017 года. Кому интересен этот заказ, кому интересна такая тема видео, всех приглашаю к просмотру. Давайте начнем. Мне самой очень интересно и на самом деле не терпится уже посмотреть, так как я себе тоже заказывала некоторые продукты, которые были по очень-очень выгодным ценам, поэтому я не могла удержаться, чтобы их не заказать. Девочки, такие девочки. Сегодня я снимаю немного в другом месте. Думаю, что здесь будет поярче видно, освещение будет побольше. Ну, в общем, надеюсь, что будет получше все как-то. Итак, вот такой заказ. Открываем. Здесь нет воздушной подушки. Видимо, так как уже почти под завязку была коробка, и они не положили. В общем, сразу начну с того, что я заказала для себя. Я заказала себе три маски. Они одинаковые абсолютно. Это вот такие маски Advanced Technics. Здесь всего лишь по 150 мл. Получилось у меня 450 мл в трех масках. Эти маски с марокканским органзовым маслом для восстановления волос. В общем, я себе их заказала. Они как хороший такой питательный бальзам. И не могу сказать, что они прям супер как-то разглаживают, питают и насыщают волосы. Но в качестве хорошего бальзама такого вполне себе приемлемые эти маски. Масочки, поэтому я себе решила заказать сразу три штуки. Вот такой огромный крем в объеме 200 мл. Это крем Avon Care, масло какао, крем для рук, ногтей и кутикулы с маслом какао, витамином Е. Он безумно вкусно пахнет. Он хорошо увлажняет и питает кожу рук. В общем, отличный крем. Ничего плохого про него я не могу сказать. Моя мама его очень любит, вообще любит всю эту серию. Именно с маслом какао пахнет он, на мой взгляд, кокосом. Я уже во многих видео это говорила. У меня вот именно ассоциация с кокосовым сладким ароматом. Отличный крем, и цена была 109 рублей. Далее, для своей подруги я заказала на подарок 8 марта вот такой набор. Она обожает эту линейку с кератином. Мгновенное восстановление 7. Набор стоил 200 рублей. Объем здесь по 250 мл. Подарю ей на 8 марта. Я думаю, она будет рада и довольна. Так, далее, что тут я для себя еще заказала. Это новинка миндаль и ландыш. Лосьон для тела, лосьон спрей для тела освежающий и гель для душа освежающий. Гель для душа кремообразный. Вот такой вот красивый, достаточно презентабельный наборчик. Подарю своей другой подруге тоже на 8 марта. Уже знаю, что буду ей дарить. И вот этот вот набор будет в составе моего подарка. Я надеюсь, что ей понравится. Далее. Дальше заказали вот такой большой гель для душа, карамель и миндаль. Я сейчас такой заканчиваю уже, он мне очень понравился. Он пахнет для меня вообще ни капельки не миндалем, а пахнет больше карамелью. Он очень классно пенится, не сушит мне кожу. Понравился гель для душа, и сейчас буду ставить себе такой же, только вот второй, который вышел с шоколадом. Тот еще вкуснее пахнет, поэтому обратите внимание, кто любит вкусняшки. Вот, кстати, покажу сейчас его вам. Сладкая мечта, темный шоколад и кокос. Он божественно просто пахнет. Я всем его рекомендую. Мне кажется, даже кто не сильно любит какой-то сладкий такой аромат, но здесь вот аромат, он сбалансирован, он пахнет вот именно каким-то шоколадом, не приторно, а просто вот сказочно, очень вкусный. Аромат сказка на самом деле. Так, по рекомендации моей свекрови, так как вы все знаете, кто меня смотрит постоянно, кто смотрит мои заказы, что моя свекровь обожает просто вот эту серию драгоценные масла в Avon. Моя свекровь и пользовалась и профессиональными какими-то линейками, и, в общем, различными Inglescure и Elsef, но разные пробовала для себя выбирать какие-то уходовые средства для волос. Но все-таки самые лучшие, она сказала, что это вот эти Avon, именно драгоценные масла серия. И она уже с кем работает, всех подсадила вот на вот эту серию. Сейчас вышли объемы 400 мл. Она себе уже в прошлом каталоге заказала такой набор шампуней
тени бальзама. И в этом каталоге ее вот подруга заказала себе тоже большой 400-миллилитровый объем. Я уверена, что ей понравится. Дальше заказали питательный лосьон для тела с витамином Е, розовая магнолия. Эти лосьоны появляются, как правило, к 8 марта, и они потом еще пару каталогов будут в распродажах. Хорошие лосьончики, вкусно пахнут, не оставляют никакой липкости, жирности. В общем, быстро впитываются, они бюджетные, в районе 120 рублей стоят. Неплохие, большой объем, надолго хватает, кожу увлажняют. В принципе, ничего негативного. Далее набор был, вот, кстати, был с гелем для душа, вот этот набор. Был этот гель для душа шоколадный и пена шоколад и апельсин. Знаю, что некоторым не нравится аромат вот именно этой пены, но я такую закончила с огромным удовольствием, и я пользовалась и просто вот наслаждалась этим ароматом шоколада с апельсиновой цедрой. То есть аромат тоже не сладкий, не приторный, а именно такой вот, как-то все там сбалансировано. Мне понравился аромат этой пены, и, в общем, я довольна была. Так, здесь каталог номер 4 у меня такой уже есть. Кстати, вижу уже коробка вот такая вот драная. Гель для душа «Гигант». Мне пишут постоянно в комментариях, когда я показываю, что у меня заказывают вот такие вот огромные гели, что как клиенты, ну вообще как люди пользуются такими огромными объемами, ведь на самом деле аромат и сам гель уже надоест, но у меня часто заказывают вот именно и большие шампуни по 700 мл, и вот такие огромные гели для душа по 700 мл. Я так понимаю, что людям не надоедает вот именно такой гель для душа, ну, с таким ароматом, который они заказывают, и вот мне кажется, им нравится пользоваться, и они это делают с удовольствием. Вот эти гели удобны тем, что они с помпой, густые, очень хорошо пенятся, приятно очень пахнут, вам надолго их хватит, и они выходят по цене дешевле, чем если вы будете заказывать в маленьких форматах. Но это всем известный факт. Далее две водички. Вот такие заказали, я своему мужу тоже показывала в прошлом заказе, что заказывала именно такую туалетную водичку. Он еще ее не начинал, будет пользоваться, скорее всего, в конце весны, летом, так как аромат такой свежий, морской. Вот эта водичка пришла в мятой коробке, заказывали это все к 23 февраля на подарки. Ну, не знаю, как пойдет, не пойдет. Ну, в общем-то, не знаю, отдам как есть. Так вот Эйвен складывает. Так, здесь где-то должен быть еще маленький аромат. Я его пока не вижу, не вижу совсем, кстати. Пока нету. Не вижу. В общем, маленькая парфюмерная вода Inco de Sens в объеме 30 мл. И к ней еще шла шариковая водичка. С шариком аппликатором, я такие не очень люблю. Стоил набор 300, по-моему, с чем-то рублей. В принципе, достаточно бюджетно, но набор Femme, он был с водой, которая идет брызгает, и там был объем больше и был выгоднее. Но вот кто любит просто аромат Inco de Sens, поэтому вот его заказали. Пока вот не вижу вот этот вот маленький аромат, который шел, ну, надеюсь, найду. Здесь заказали 4 или даже 5, по-моему, тоже не вижу одного. 4 пока показываю вам. Это бальзамы для губ. Наверное, может быть, и 4 заказали, я уже точно не помню. Помню, что не один. Здесь с разными ароматами, они цветные, не знаю, как тинт, или просто дают легкий оттенок, или, может быть, вообще дают прозрачный оттенок. В общем, надеюсь, клиентам понравится, были недорогие. Так, я заказала на подарок набор с черной икрой. Хотела заказать 2 или 3 таких набора, но решила заказать все-таки разные подарки. И вот один с черной икрой, один с гелем для душа, лосьоном и спреем. И еще третий шампунь и бальзам мгновенное восстановление 7. В общем, решила всем все-таки подарить разные. Хотела всем подарить вот 3 вот таких набора, но подумала, что все-таки разные будут как-то, наверное,
поразнообразнее, тем более, если будут потом говорить, кто, что я кому подарила, у всех все разное. В общем, есть такой набор: ночной увлажняющий гель для лица, роскошное обновление 75 мл. У моей мамы был такой гель, она им с удовольствием пользовалась именно на ночь. Он неплохо увлажнял кожу, и она его использовала отдельно, не под крем, а именно как отдельный продукт, была довольна им. Далее, маска-гель для кожи вокруг глаз, она перламутровая, она такая розовая, в общем, как хайлайтер, очень красиво переливается, и под глазками блесток никаких не видно, кожа подтягивается, какая-то более такая разглаженная становится, хорошая масочка, как гель для век. И маска для волос. Кто-то говорит, что она пахнет рыбой. Ну, на мой взгляд, у меня уже было несколько таких масок, никакой рыбы вообще не пахнет. Пахнет очень приятно, парфюмерно, нестандартный аромат для Avon, но аромат абсолютно не отталкивающий, так что такой набор на подарок. Кстати, нашла миниатюрку Inca de Sans, это вот такой набор был, как раз я его и нашла. Далее набор заказали очищающее средство, в общем, для снятия макияжа. И вот такая здесь тушь в черно-розовом флаконе, которую, в общем, рассылали многим блогерам. Она по отзывам, в принципе, нравилась. Я тушь от Avon вообще никакие не люблю. Себе даже не стала рисковать заказывать такой набор. Это средство кремообразное. Я вообще не люблю кремообразные средства для снятия макияжа. Я не люблю молочко. Просто вот совсем не люблю. Не буду ругаться сейчас. Но, в общем, я люблю мицеллярную воду или гель для умывания, для снятия макияжа. Вот этот вот набор, как по мне, так, в принципе, бесполезный. Ну, вот я надеюсь, что кому-то, может быть, он понравится. Вот такой гель для лица, очищающий, с экстрактами огурца и зеленого чая в объеме 200 мл. Он очень дешевый, очень густой. Смотрите, он даже не перетекает. То есть он настолько медленно перетекает, это говорит о том, что он очень густой. Когда я себе его заказывала в другом виде, он был в другом флаконе, не в прозрачном, он плохо пенился. Я не знаю, как сейчас, вот напишите, у кого сейчас есть такой гель, он хорошо пенится, хорошо очищает. Вот до этого у меня был, когда он еще не обновленный, был вариант, он плохо пенился, и макияж вообще он ничего не смывал. Не знаю, как сейчас, конечно. Далее наборчик. Ой, нет, не наборчик. Я думаю, это вместе, а это отдельно. Это я себе заказывала на лето. Не знаю, поедем мы на море в этом году, этим летом или нет. Как получится, ничего загадывать не буду. Но я себе заказала, так как все равно я на улице буду находиться. Вот такой спрей защитный для волос с УФ-фильтром. Объем здесь 100 мл. И я думаю, на все лето мне должно хватить. Но если на море поедем, с собой его обязательно, конечно, возьму. Буду защищать волосы. И мне пригодится такой спрейчик. Так, это точечное средство быстрого действия от прыщиков 15 мл. Тоже, по-моему, хорошая цена была на него, поэтому заказали. Тени кремовые никак не могу достать. Заказали в одном и том же оттенке, в оттенке стальном. Я их тоже не буду доставать. Здесь, я думаю, что нет, хотя легко открываются. Обычно такие коробочки очень тяжело открываются. Очень темный серый цвет. Прям такой темный-темный стальной серый. Как база под тени упаковка. Но я себе забыла, кстати, заказать базу под тени. Я не знаю, что я буду делать. У меня уже там по стенкам я уже выгребаю. И забыла просто, когда делала заказ. У меня просто вылетело это из головы. И все. А в следующем каталоге она стоит дороже. Кстати, да, вот пятый бальзам у меня валяется здесь. Тоже, по-моему, клубничный. Ну, какой-то весь. Только смотрите, у него какая упаковка сейчас. Вся вот эта грязная упаковка. Как я такую упаковку, я не знаю, как отдавать клиентам. Смотрите, у него весь колпачок, в общем, испачкан этим бальзамом. Ну, не знаю, как я такой буду отдавать. Мне кажется, им кто-то уже пользовался и просто кинул в заказ. В общем, жуть просто. Смотрите, какая драная вся упаковка. Просто кошмар. Посмотрим, что тут осталось. Водичка Wish of Love.
Это новая водичка. У меня в том каталоге 3 заказывали. И вот в этом решили дозаказать. Я думаю, на 8 марта буду дарить. Помадка, пробничек кому-нибудь кину в заказ. Да, кстати, от бальзама, смотрите, отклеилась ну, вот эта вот лента. То есть все плохо. С бальзамом вообще ужас. А выходит одежда новая, вот такая. Это каталоги, брошюрки тоже положу. Пакеты для упаковки заказов. Здесь купончики. Тоже моим клиентам вот такие. Так, дальше. Дальше. Не знаю, что это, какая-то брошюрка для представителей. Здесь распродажа по 4-му каталогу. Ничего интересного. Здесь набор открыток и еще набор открыток. А открытки к 23 февраля я заказывала 3 набора, чтобы положить клиентам, в общем, в подарок. Они не пришли, положу, значит, вот такие открытки к 8 марта. Каждому по открытке, в этом наборе 3 открытки и в этом 3. В общем, это я хотела клиентам как лучше сделать. 23 февраля ничего не пришло. Такой пробник Avon обновления и каталог номер 5. Вот. Если хотите обзор на 4 или 5 каталог, напишите в комментариях. Если нужно будет, я сниму. 5 каталог начинает у нас действовать с 21 марта по 10 апреля. Если вот интересует на него обзор, я сниму. Так что так. Заказ у меня был по 3-му каталогу Avon. Я надеюсь, что он вам понравился. Держите меня пальчиками вверх. Подписывайтесь на канал. Впереди будут разные видео. Ну а сейчас я с вами прощаюсь. Всем пока. До скорых встреч в новых видеороликах. Всем пока.